такой даблкил. Я буду фармить, пока я не убью того идиотского моба. С идиотским длинным мечом. Идиотским воистину. Еще раз? Конечно. 4 раза подряд. В чем проблема? Не знаю подход к этому мобу. Давай дадим ему длинный щит, супер длинный меч. 5 ударов подряд, конечно. Пробуйте убейте его, называется. Самонаводка. Это, конечно, отличный пример этой игры. Моб вошел в ярость. Не знаю, может пробовать отпрыгивать от него вот так, и потом атаковать. Ла-ла-ла. Контратаковать, хотел сказать.
Как-то так. Со щитом так можно? Потом сразу блок. Ну да, может быть. Попробуем. Попробовал. Что-то выпало. Темный щит. Вот минус 8000 душ. Это не страшно, у нас полно времени. В любом случае не собирался спидранить эту игру. Еще полчасика и опять накупим столько же. Куда спешить? Эта игра довольно размеренная. Ты никуда не спешишь. Дохнешь 24 на 7. Ну, что-то еще выпало. Что же это? То, что у меня уже есть. Я тебя прерву. Твою комбо. Ну, отлично. Это уже неплохо. Ну, теперь можно идти на босса. Достаточно силы. Ну да. Уже обе руки. Нужно прокачать силу чуть-чуть. Что-то еще. Короткий меч.
теперь этот идиот. Да, я не могу взять это в обе руки, к сожалению. Я не понимаю. Кто-нибудь может мне объяснить, в чем прикол? Потому что я немного не понимаю это. Наверное, я идиот, который ничего не умеет. Накоплю еще раз 10 тысяч, прокачаюсь, и можно будет идти дальше. Чем-нибудь выпало? Нет. Давай. О, ты так долго бежал. Ты тоже хочешь немножко? Хороший урон, бро. Как и всегда. Давай. Отлично. Прокаст и все.
чудеса идиотской самонаводки продолжаются. Купить штук 20 бомб и закидать его ими. Потому что в рукопашку это уже не знаю. Еще немножко. Придурочные самонаводки. Нет, это просто я плохо в играх, наверное. Это не игра, абсолютно игра, все отлично делает. Что-нибудь? Нет, нет. Похоже, нет. О, вау, отличный дождь. Он еще бутылочку хлебнул, прикольно. Она тебе не поможет, наверное. Окей. Отличный урон. Отличный блок. Я не понимаю, зачем бутылки нужны в этой игре. Не без понятия. Как мы видим, тут бутылки особо бесполезные. Меня убивают, пока я пью ее. Почему нельзя было сделать какое-то другое лечение? Более быстрое, которое не занимает полминуты. Не могу понять. Наверное, просто плохо в играх, опять-таки. Ничего удивительного. Абсолютно не умею играть. Нам что-то выпало. Осколок титанита, вау. Ух ты, что-то новенькое. Отлично, отличный прорыв. Без понятия, что происходит с самолеткой надо здесь. Но это опять-таки, наверное, я плохо играю в игру. Я без понятия.
Это было прикольно. Еще один осколок. Еще одна юбочка. Потому что я как маленькая девочка. Только ноет. Что игра сильно трудная, явно. Попробуем еще раз. Три удара. Вау, отлично. Кувырок не работает почему-то в половине случаев. О, шикарно. Я даже не успел ее выпить. Я даже не успел ее выпить. Не то, что даже я бы просто выпил, он бы нанес урон. Я даже выпить ее не успел. Настолько плохая эта игра, реально. По крайней мере, в плане лечения. Удивительно, они сделали стрелами, которые можно доджить. Три удара опять. Ну да. Ничего нового, ничего такого особенного нет. Просто мобы бьют по три раза. Сама наводка работает только на то, что ты видишь, видимо. Видимо, я не видел его там. Неужели? Что-нибудь? Нет? Юбочки? Там... обломки мечей, что-нибудь еще? Ненужные щиты? Ну, это опять классический пример. О, я сейчас... О, класс! Еще минус 6. Ну, еще пофармим чуть-чуть. Распишите, всего лишь только час 30. Я никуда не спешу. Эта стрела пролетела сквозь меня, это чудеса механики в этой игре. Новое? Нет. А нет, это новое что-то, да. Чуть больше брони. Чуть больше непонятно чего. Еще чуть больше непонятно. Чуть меньше непонятно чего. О, гляньте, еще что-то выпало. А, да. Ничего нового. Thank you.
Кинем забирать свою душу, немного силы прокачаем. Нечего забирать. А что-то было? Что это? Что у нас тут? Ау. Я могу закрыть дверь. Вау. Ой, это мне очень нужно. Вау, я мечтал закрывать и открывать двери в этой игре. Это, видимо, все, что я могу делать тут. Ну, еще зажигать костры. Очень весело. Камера тоже в этой игре заслуживает отдельное внимание. Доспех солдата. Может, он лучше, чем мой? Ты не берешь? Я могу проверить. Свои лохмотья. 17-10. А, это то же самое, что у меня. О. Классный дурдж. Ну нет. Не сегодня. Зачем я даже пробовал убивать этого солдафона? Проще, наверное, пробежать его. О, он сразу лупит. Прикольно. Окей, я пробегаю дальше, мимо него. Забираю сейчас эти души. Проучиваю силу. Иду дальше. Потому что, видимо, я сильно плохо опять-таки играю для этого моба. Мне вообще явно не стоит играть такие игры. Даже открывать не стоит. Потому что я сильно плох. Ужас просто. Насколько я плох. Что-нибудь? Нет. Нет. Тут самонаводка вообще не нажалась. Ничего. Нет, ничего. А, отличный. У него явно был интеллект. У этой нежити он умеет думать. Не убил? А он даже сейчас не убил.
что выпало. А еще огненная бомба. Интересно, может быть, уже 9. О. Может купить реальную огненную бомбу и закидать его ими? Ну как же прокачка? О, отлично, даблкил. Давай. Это было интересно. Я решил его почему-то пнуть. Окей, пойду. Хотя нет. Хотя да. Я пойду куплю бомбу еще. Качну уровень на силу. Интересно туда попасть. Без понятия. О, вау, её можно открыть. Вау, я просто гений. Деревянный щит. Мы лучше. У них даже есть два таких. Так. Очень смешно. Пятьдесят душ. Думаю, хватит. Отличный пинок рандомный. Не упасть главное, да? Могу теперь? Да, теперь я могу носить их двумя руками. Ну, что еще выпало? Осколок титанита, неплохо. Пойду куплю на всякий случай еще пару бомб. Что чувствую? Still.
19. Думаю, этого хватит на этого идиота. Наведение в этот раз не троллит. Замечательно. Отлично, опять. Удар наперед. Вот он чувствовал меня. У него явно лучший интеллект, чем у меня. Опять рандомные пинки. Интересно. Простите? Откуда он прибежал? Я не знаю, откуда взялось это чудовище. Ты его решил пнуть, да? Просто убить. Надо было пнуть его, надо пнуть. Хорошенечко. Опять при удар. Чудеса самонаводки. Теперь у меня 20 огненных бомб. Ну, это мило.
Он сблочил бомбу. А криблок? Шикарный криблок. А, вот это был шикарный криблок. Что еще? Отличный удар. Я даже бомбами не могу его закидать. Этот моб настолько хорош и умен, что даже бомба не действует у него нормально. Он блочит бомбы, что самое интересное. В этой игре можно блочить бомбы. Вы не знали? Теперь вы знаете. Мне казалось, бомба это огонь, и как бы они... им все равно, щит на тебе или нет. Огонь проникает во все щели. Вроде бы. Нет? Наверное, нет. Просто я сильно плох. Бомб. Ау. Всегда пожалуйста. Эти руки кривые у меня, я хотел сказать. Опять приудар. Опять пинок. Непонятно, как это работает. Что интересно, я ни разу не мог заставить сделать его пинок, когда он не нужен. Но когда нет, на здоровье, сколько угодно пинков. Перекат тут не действует, потому что я опять кидаю бомбы вместо того, чтобы похиляться, и ножи. Окей, спустя три попытки и три приведенные бомбы я смог похиляться. Отлично. Как вы, ребята? Вам еще не надоело? Он решил заколоть своего дружка. Потому что этот моб очень крут. Опять он блочит. Получено.
Серьезно? О, я думал, он не может слезть. Я его убью сегодня. Это будет моя сегодняшняя миссия. Убить этого придурка. А мне плевать. Стреляй. Ну, да. Как я говорю, кувырок тут. Это что-то типа RNG. Базированного дерьма. Который работает через вас. Иногда ты уворачиваешься, иногда нет. Это, не знаю, ничего обычного. Вернее, необычного. Нет. Сейчас придется опять купить бомб. И опять все заново. В этот раз игра не троллит со мной водкой. Три удара? Да. Еще даже и три, вау. Шикарно. Я думаю, всем будет супер весело смотреть, как я бегаю туда-сюда на первой локации. Опять пинок. А, что-то выпало. Шлем полого солдата. Давайте посмотрим. Воителя. О, этот шлем. Я бы не сказал, что он лучше, чем мой. Нет, он хуже, чем мой. Он успел меня ударить. Ничего такого особенного. За мной уже выехали, видимо. Скорая помощь. Я не хочу к ним идти. Принц-то смерть. Хотя мне немного интересно, что там у них. У него, видимо, сильно широкая башка, чтобы протиснуться там явно. Oh,
Ну что ж, давайте пробуем еще раз. Стрижа там внизу. Без понятия, куда попасть. Я задыхать не хочу особо. Хотя нет, я знаю, куда попасть. Наверное. Можно упасть сюда. Да? А потом туда. Ну что-то я не уверен насчет этого. Да. Именно вот почему я не уверен насчет этого. Возможно, у меня кривые руки, понимаете? Вот и все. А когда у тебя кривые руки, именно это и происходит. Опять чудеса самонаводки. Душа. А, вон она. Все в порядке. Это не так. Грустно. Окей, ну давайте пробуем еще раз. Что ты делаешь? Я не понимаю, что эта игра иногда делает. Это у меня кривые руки, нет, простите. Я не то хотел сказать, у меня кривые руки. Просто. Я абсолютно не жал назад и прыжок. Я жал вперед и прыжок. Зачем? Потому что я дебил, наверное. Потому что по-другому я не могу объяснить то, что произошло только что. Самонаводка.
накопим еще 10 бомб. Я явно не мог там протиснуться, абсолютно нет. Щит мешал, наверное. Думаю, этого хватит. Я не усну сегодня спокойно, пока я не убью этого придурка. Абсолютно. Я даже не собираюсь уходить отсюда, пока я его не прикончу.